хочу писать много массу новую модель сидения, которая регулируется с помощью автоматической термоподвески на воздухе, которую можно также автоматически отключить. Также регулируется с помощью кнопки на поворачивание на 360 градусов, вперед назад. Также регулируется с помощью этой кнопки. Автоматическую горизонтальную подвеску можно регулировать также. Спинка, сушка спинки также регулируется. Сзади присутствует кнопка для накачивания сидушки. Также регулируется с помощью кнопок вверх, вниз на 6 градусов. Также можно регулировать вперед и назад. Сидушка также регулируется вверх-вниз, назад вперед. Также регулируется с помощью кнопок, опускается на нужную глубину.